Ремонтные работы в детском саду «Аленушка» почти завершены. Обновили все. Теперь здесь новые окна, двери, кровля и теплые полы. Раньше детям негде было заниматься спортом, но благодаря перепланировке появился спортивный зал. Уже сейчас видно, здание стало намного светлее и уютнее. Даже фасад у нас светлый. И раньше он был кирпич серый. И казалось, такое мрачноватое здание, тем более уже не молодое. А сейчас оно обновленное и очень симпатичное. Вписывается, мне кажется, очень замечательно в микрорайоне. Ремонт проводится в рамках республиканской программы. На него было выделено 37 миллионов рублей. Мебель и оборудование в прачечную и столовую закупили на средства, выделенные из бюджета муниципального образования. Все изменилось. Очень красиво в саду. Мы очень ждали его, этого ремонта. Появились новые кабинеты, спортзал появился. Долго мы ждали его. Скоро преобразят и территорию вокруг сада. Свой вклад внесли промышленные предприятия. Благодаря им здесь появится спортивная площадка и новые домики на участках. Своих воспитанников педагоги увидят в скором времени. Встречи ждут с нетерпением. А это Аленушка, символ детского сада номер 9. Пока она сидит во дворе, но в скором времени ее поставят на постамент, а рядом организуют фонтан. Алия Газалиева, Булат Абдульманов, новости НТР.